Надюш, день рождения тебе. Спасибо. Иди сюда. Садись, пап. Так, а подарок будет вечером. А что за подарок? О, тебе понравится. А знаешь, что мне не нравится? Что? Твой галстук. Папа, ну ты же начальник. Да. На тебя же смотрят подчиненные. Угу. Все должно быть в полном порядке. Угу. А я сегодня днем в кино пойду. С ребятами. С ребятами? С девчонками из нашего класса. Угу, понятно. А если б с ребятами? Надюш, ты прекрасно знаешь, что с ребятами, которые не знакомы мне. Но они знакомы мне. А вечером у нас будет праздничный обед. Знаешь, как я тебя люблю? А знаешь, как я тебя люблю? Миша, иди завтракать! Каша остынет! Миша, в школу опоздаешь! Ирочка, я не знаю, где он прячется. Я кашу сварила, он же в школу опоздает. Обещала с работы принести капитана, которого подарил папа. А ты обещал слушаться бабушку и не опаздывать в школу. Давай вылезай. Я кому сказала? Доброе утро. Доброе. Ну что ж, начнем. Я изучила презентацию нашего инвестиционного проекта. Тамара Ивановна. Да? Вы считаете меня дурой? Ирина Александровна. Или я, по-вашему, считать не умею? Мы... Или наши инвесторы едут к нам, чтобы ознакомиться с вашей некомпетентностью? Мы все исправим. А сразу вы делать не умеете? Я вам русским языком говорила. Окупаемость проекта 3 года. Не 2, не 5, а 3. Или для планового отдела мои слова не указ. Арнольд Францевич. Да. А вы что же? Сколько я вам плачу? Ирина Александровна, я... Вам хватает? Да. А вот мне вас не хватает. Или я должна за своим финансовым директором исправлять его косяки? Или Тамара Ивановна вам не подчиняется? Все, так сказать, делает на свой страх и риск. Да, мам. Алло, Ирочка? Ирочка, а у нас тут другой водитель. Вы сменили моему сыну водителя? Прежний заболел. Почему со мной не согласовали? Ирина Александровна, я еще вашего мужа охранял. Неужели вы мне не доверяете? Я помню. Где только теперь мой муж? Зачем вы так? Да, мам. Все нормально, можете ехать в школу. Ага. Mm-hmm. Ну, подожди. Mm-hmm. Пока, бабушка. Кстати, о водителях. Сергей Николаевич. Да, Ирина Александровна. У вас в транспортном водитель уволился, так? Да. И заменить его неким. Я работаю над этим. А машину сегодня надо ставить на погрузку. Вы прекрасно осведомлены. Странно, что вы мне об этом не докладываете. Вы хотите, чтобы я вам докладывал о проблемах или их решал? Я хочу, чтобы вы не умничали. Хорошо, тогда скажите конкретно, в чем проблема, без повышения тона. Повышать тон я начну тогда, когда вы мне сорвете погрузку. И мне все равно, как вы это устроите. Хоть сами за руль садитесь.
Я вам когда-нибудь срывал погрузку? За те полгода, что вы работаете в транспортном, сорвать вы мне ничего не успели, кроме моих нервов. А почему вы так со мной разговариваете? А здесь я сама решаю, как и с кем разговаривать. Ну, тогда я тоже сам решаю, как и с кем разговаривать. Еще слово. Ирина Александровна, не волнуйтесь, погрузка не будет сорвана. Вот хорошо. Чего ты этим добиваешься? Ничего, просто человеком хочу быть. По-твоему, мы все скоты? Ну, не знаю, если так позволяете с собой разговаривать. Да. Нелегко тебе живется. Ладно, давай. Мне охрану проверить надо. Давай. Здорово, малыш. Помощь твоя нужна. Очень. Это будет самый крупный и оснащенный логистический комплекс в регионе. Поэтому ваши инвестиции окупятся в самый кратчайший срок. That will be the biggest and the most furnished complex in the vicinity of Moscow. You may be sure that your capital will be repaired very soon. Пожалуйста, следующую презентацию. Здорово. Здорово, малыш. Ну чего, как дела? Да начальница достала. Водила уволился, машин под погрузку надо, а завтра в рейс. Так что мне не вырваться. Ясно все. Ну, держись. Ты когда по поводу Сандры-то успокоишься? Спокойно. Святое не трожь. Понятно. Ну? Ну, думаешь, понравится? Да все кругом пищат. Круче не бывает. Ты-то откуда знаешь? Мне в одном подшефном магазинчике присоветовали. Мне врать не будут. Понятно. Вообще, на скутерах хотя бы знаешь. Я как об этом подумаю, у меня сердце не на месте. Так что лучше уж компьютер, правильно? Сколько с меня? Пятерик. А что, так дешево? Отжёшь у кого? Так, прекрати. Для меня там специальная цена. Половина с меня. Вручишь, скажешь, дядя Захар ее поздравляет. Да вот сегодня бы сам вечером приехал бы и поздравил. Она будет рада очень. Ага, рада. Меня еще не хватало морали ей читать. Все. Передашь, скажешь, дядя Захар ее очень любит. Голову оторвет любому за нее. Нужен будет моцик. Сдадим ноут, купим моцик. Есть у меня подшефный магазинчик, специальная цена. Пока. Понятно. Давай. Сидит. Господа, позвольте вам представить моих друзей. Они опоздали на презентацию. Владлен Печорский, глава Департамента инвестиционной политики. По роду деятельности Владлен отвечает за государственную поддержку инвестиций. Надеюсь, он поддержит наш проект. Let me introduce to you my friends, they're late on presentation. Владлен Печерский, the manager of Department of Investing Policy. On his duty, Владлен runs Federal Investing Support. I hope he will support our project. Денис Соколов, мой деловой партнер. Денис Соколов is my business partner. Ты меня, Ирочка, пожалуйста, каждому представь. У меня тоже... Добрый день. Здравствуй. Позвольте вам представить Геннадий Безбородов, прокурор. Наш проект находится в его юрисдикции. Let me introduce one guest, Геннадий Безбородов, prosecutor. Our project is located in his prosecutor area. He is also my good friend. Good friend? Разве не бойфренд? Неужели это секрет? Спасибо тебе огромное за помощь. Приедешь сегодня? Не знаю, ты же видишь, сколько проблем. Я буду ждать. Хорошо, я постараюсь. Слушай, ну... Да. Сергей Владимирович,
Вас срочно вызывает Ирина Александровна. Понял. Иду. Все решил в этом вопросе, да? Да, Геннадий, Сергей Николаевич, мы решили вашу проблему с водителем. Позвоните, пожалуйста, по этому телефону секретаря, попросите соединить с начальником транспортного отдела. И впредь по всем вопросам обращайтесь к подчиненным Дениса Владимировича. Но впредь больше не будет. Я отработаю столько, сколько положено после подачи заявления об увольнении. Странно. Мы решаем ваши проблемы. Вы еще здесь обиженного строите? По причине личной несовместимости. Прикольно. Я не сорвал график поставки. Проблемы за меня решать я не просил. И таким тоном будете разговаривать со своими детьми, а не со мной. Значит так, Сергей Николаевич. Причину нашей с вами личной несовместимости мы обсудим с вами тогда, когда мне это будет удобно. А сейчас, будьте добры, идите и выполняйте ваши обязанности. Вам понятно? Сначала сомневался. Теперь мне все понятно. Прикольно. Следственный комитет. Маркин Игорь Вячеславович. Я веду дело об убийстве вашего мужа. Мой муж пропал без вести 4 года назад. Уже нет. Уже нет. Его тело нашли за городом в лесопосадке на глубине 1,5 метра со следами насильственной смерти. Его убили? Вам ли не знать, Ирина Александровна? Что вы такое говорите? Да я-то ничего такого не говорю. Вот ваш водитель-дальнобойщик, который от вас уволился на днях, у вас же уволился водитель? Да. Ну вот, вот он говорит, что 4 года назад вы в порыве ревности убили своего мужа, а ему, водителю, заплатили за закрытие дела. Бред какой-то. Был бы бред, но все не так просто. Вот, пожалуйста, показания вашего водителя-дальнобойщика. Читаю все слово в слово. Итак, вы, Ирина Александровна, 4 года назад в порыве ревности убили своего мужа и заплатили водителю-дальнобойщику за закрытие тела, которое он вывез в рефрижераторе за город и закопал в земле, Это и правда было бы все бредом, если бы не одно обстоятельство. Он показал нам место. За это вы ему и заплатили. Вот, пожалуйста, все слово в слово. Как я и говорил. Ну что, Ирина Александровна, будем
бойцов вызывать? Или сами пойдете? Ну что, вообще никого нет? Завтра мне не надо. Мне нужно сегодня фуру грузить. Вы что, предлагаете мне самому ехать, да? Отцепляем. Хорошо. Давай, мужики, живее. А что за маневры? А ты что здесь? А я путевую взять пришел. А мы, Ирина, со мной ищем. Ты ее часом не веду? Нет. Езжай, езжай. Большая машина. А в этой машине еду я. Да, за рулем. Просто завтра утром мне нужно в одном месте загрузиться. Правильно. Никто, кроме меня, это сделать не может. Ты все прекрасно понимаешь. Ладно, давай, жди, я скоро приеду. Давай, давай. Привет. Чего ты так на меня смотришь? Ты купил мне подарок? Угу. Скутер. Телефон. Сейчас. Подожди. Здрасте. Виделись. Это кто? А, это моя начальница Ирина Александровна. Знакомься. Зачем ты ее сюда привез? Я ее не привозил, это она сама, походу. Это ваш дом? По лестнице? Смотрю, у вас тут праздник. Конечно. Не каждый день к нам такие люди заходят. Кофе можно? А пожалуйста. Пожалуйста. С днем рождения. Спасибо. Не волнуйтесь, я сейчас уйду. Можно еще кофе?
Пожалуйста. Вы ведь говорили, что собираетесь уходить. Рассказывайте, что произошло? Вам это точно знать не надо. Ну, не надо, так не надо. Вот дверь, уходите. Дайте мне телефон, мне нужно вызвать такси, я со своего не могу. Телефон я вам не дам. Хорошо, тогда вызовите мне такси. Здесь недалеко автобусная остановка. Хорошо. Что вы хотите знать? Как я 4 года прожила без мужа? Он возвращался домой с работы на мой день рождения. И пропал. Вот что случилось. Или как пытались раздербанить мой бизнес, а я выстояла. Это вы хотите знать? Или как теперь на меня вешают убийство мужа? Между прочим, ваш водитель, который уволился. Водитель? Да. Я, видите ли, ему заплатила, чтобы он вывез тело мужа. Тело моего мужа. Мой муж мертв. Дайте телефон. Если водитель говорит правду. Привет. Привет, мам. Привет. Что случилось, милая? Почему мы здесь? Мам, все в порядке, я тебе потом объясню. Пока побудем здесь. Ну что там? Дом, конечно, под наблюдением, но я был в форме и с ребятами из ОВД. Так что даже пикнуть не посмели. Посадил просто твоих в машину и привез. Вы не волнуйтесь, теперь все будет хорошо. Да? Я вас в обиду не дам. Ну, пойдем, там уже адвокат ждет. В общем, покидать этот дом я вам не советую. Равно как и вашим близким. Пока не выясним, откуда дует ветер. Ну и откуда он, по-вашему, может дуть? Ну, зачем гадать? Скоро ощутим это дуновение. Почему вы так уверены? Потому что посадить им Ирину Александровну нужно во что бы то ни стало. Ну почему? Ну потому что они открыли уголовное дело. И если они вас не посадят, то за убийство своего мужа посадите вы их. О, Владилен Петрович, какой сюрприз. Здравствуй, голубчик. Прошу. Чай, кофе? Бокальчик сухого, если есть. О, не держим, к сожалению. Вы бы предупредили, я бы подготовился. Да, 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 да. Чем могу служить? Да вот мимо ехал, думаю, как тут Иринин бойфренд поживает? Жениться не надо было еще? Ну что, у Ирины есть муж. Пока не доказано обратное. Так вроде бы уже доказано. Не слышал? Я не понимаю. Вас интересуют мои отношения с Ириной? Понимаю. Да более чем. Говорят, из-за ревности Ирина мужа своего убила. Интересно, из-за ревности к кому? А? Ты когда с ней начал встречаться, Гет? Я? Ну, ты. Ты что-то возбудился. Как вы можете? Я знал ее мужа. Я бы в жизни никогда бы не... Я, Гена, много могу. Например, посадить вас на пару с Ириной. Куда она, туда и ты. Как тебе? У вас на меня ничего нет. Ну, об этом ты узнаешь, если не перестанешь ее опекать. Да? И уж поверь мне, твои игорные делишки выйдут тебе таким боком, что ты Ирине еще позавидуешь. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я прокурор. Подо мной несколько районов. Вы вообще соображаете, где вы находитесь? И не будь ты прокурором, с тобой бы говорил Денис или его дружки. Ясно? Вы блефуете. Думаешь? Сейчас.
Сейчас, подожди. Если взял? А, взял. Домой, как приедешь, в кабинете своем под крышечки стола пошарь, найдешь там вот такое. Говорят, ты каждую неделю жучки у себя ищешь. Думаешь, стерильный. А мы их каждую неделю ставим. А перед тем, как ты ищешь, снимай. А потом опять ставим. Нам нетрудно. Был бы толк. А толк есть. Ген, твоих крышевальных разговоров у нас километры. На память. Что-то поздно сегодня, а? Я фуру на погрузку ставил. А как же планерка? А что, Ирина Александровна нашла? Не нашлась. Ты не видела вчера случай? Да нет. А что случилось? Сегодня узнаем. А когда у меня день рождения, не знаешь? Не помню. А тебе зачем? Я хочу ее поздравить. Может быть, злиться на меня перестать. В интернете посмотри. Ну, конечно. Денис Владимирович сказал, что вы можете помочь. Так я уже ее сам отогнал на погрузку. Ну хорошо, давайте до вечера, иначе мне кого-то из своих придет оставить без выходных. Да, спасибо. Сергей Николаевич! Ну что? Что? Узнал, когда у нее день рождения? А, ну да, еще не скоро, я до нее не дотяну. Ну, не зарекайся, не зарекайся. Тебя, кстати, Галочка искала. А что, Ирина Александровна зовет? Она нашлась? Нашлась. Иди, тебя там ждут. Тем более у тебя для Ирины Александровны ценная информация. Ты о чем? О дне рождения, Сергей Николаевич. Андрей, что происходит? Что происходит? Ты сейчас пойдешь в кабинет Ирины Александровны, и там мы выясним, что с тобой происходит. Меньше слов, Сергей Николаевич. Пошли. Господи. Что же происходит? Все в порядке. Забери Мишу. Пойдем, Мишенька. Мам, а ты сегодня вечером придешь? Конечно, сынок, приду. Иди, сынок. Очень трогательно. Я вас предупреждаю. Будьте благоразумны. Денис Владимирович. Заходи, Андрюш, заходи. Проходи. Воронцов Сергей Николаевич, наш логист. Да мы знакомы уже.
Не совсем понимаю, в каком качестве вас воспринимать, Денис Владимирович. Денис Владимирович, наш новый руководитель. Наш? Наш. Не горячитесь, Сергей Николаевич. У вас хорошая должность, хорошая зарплата. Зачем горячиться? Не понимаю диспозицию. Диспозиция. Сразу военного видать. Название. Андрюш, водички мне плесни. Звание какое? Гвардии майор. Гвардии. Герой, наверное. Медаль, небось, есть. Медаль не трожь. Ладно. Ладно. Диспозиция. Ирина Александровна, к сожалению, сядет в тюрьму. Ее бизнес, как близкий друг и бывший партнер, возглавлю я. А у вас с ней, насколько я понимаю, были нелады. Вот. И теперь у вас появляется шанс. И увольняться вам не надо. Я человек конкретный и бабским истерикам не подвержен, но... Всегда есть какое-то «но», да? Вот. Но вам придется в знак вашего доброго расположения к нам кое-что для нас сделать. Для начала показать, что находится в этой папке. Здесь находятся путевые документы водителя, который дал показания на Ирину Оксановну. День убийства ее мужа, он был в дальнем рейсе, здесь даже есть штраф ГИБДД. Да что, ну надо же. Ну-ка дайте посмотреть. А если я не дам? Дадите. И драться с вами никто не будет. Сами дадите. Вот. Воронцов Сергей Николаевич, год рождения, разведен, так-так-так. Вот. Преступная халатность, повлекшая гибель солдата срочной службы. 3 года условно, а? Какое отношение мое прошлое имеет к этим документам? Садитесь, Сергей Николаевич, садитесь, садитесь. Святая простота. А я люблю с такими работать. Честное слово, люблю. Вот, мне кажется, что у нас с вами большая перспектива. Куда вы меня везете? Туда, куда считает нужным следствие. Я что, арестована? Да. А следствие – это вы? Следствие, Ирина Александровна, это мы. А мы – это кто? А вы сейчас узнаете. И поберегите силы. Они вам скоро будут ой как нужны. Поэтому вы не просто отдадите нам эти документы, вы пойдете и сделаете взамен другие, в которых черным по белому будет написано, что водитель ни в какой рейс не выходил и не было никакого штрафа ГИБДД. Вы предлагаете мне подделать документы? Я бы оперировал другим словом. Сделать. Это звучит конструктивнее. Хрен редьки не слаще. Ну почему же слаще? Типа, это мне слаще. Ну, скажите, вот, ну, чем лучше были ваши постоянные с Ириной скандалы наших с вами конструктивных отношений? Она не заставляла меня подделывать документы. Но зато она о вас ноги вытирала регулярно, правда, Андрей? Ну, а теперь вы будете подо мной, а я умею договариваться. А с мужем Ирины Александровны не получилось? Договариваться будем? Пожалуй, я откажусь. Тогда мы подыщем статью вам прямо сейчас. Поймите, Сергей Николаевич, ну просто поймите. Вы напрасно вы полезли в эти документы. У Ирины есть связи. Адвокат, отличный адвокат. И он не должен узнать то, что вы знаете. У меня нет выбора. Приехали. Знаете что, Сергей Николаевич, вы подумайте, Сергей Николаевич, просто хорошо подумайте. Мы с вами еще увидимся.
Ирочка, наконец-то. Мы свободны, подождите в приемной. А может, наручники? Ну нет, по крыше бегать мы ей больше не дадим. Да она и сама не побежит. Это не побежишь же, Ирочка. Конечно, ты скотина. Зайдите, не побежит. Присаживайся. Извини, твое место я тебе не предлагаю, иначе это не отражало бы нового положения вещей. Ну, какие будут предложения? Дай мне пистолет. Зачем? Покончить с собой? Покончить с тобой. Ирочка, я сейчас твой единственный шанс. На что, на тюрьму? Не. На легкий испуг. От этой тяжелой истории. Зачем вы его убили? Ну, он не хотел договариваться. А нам с Печорским было за ним не угнаться. Он бы нас разорил. Со мной вам тоже было не угнаться? Конечно, не угнаться. Ты рванул еще круче. Один этот проект чего стоил? Вот поэтому теперь тебе грозит тюрьма. Да и то скажи спасибо Владилену Петровичу. За то, что он не дал тебе и меня заказать. Да. Он и мужа твоего не хотел. Ножками на меня топал. Зачем вы это сделали? Кричал. Надо было административными методами действовать. Репутацию свою берег, чинуша. Из-за него мы с тобой 4 года и проваландались. Но ты же у нас кремень. Была бы моя воля, скажу тебе честно, тебя бы уже давно не было. Что вы хотите? Чистосердечное признание в убийстве в состоянии аффекта и генеральная доверенность на бизнес. Взамен? Взамен мы объясним Маркину о необходимости снисхождения к твоему аффекту. Это минимальный срок. Мы даже еще денег дадим твоему сынулю на учебу. Иначе? Иначе, ну что иначе? Ну иначе Маркин сегодня же посадит тебя в пресс-хату, и там ты дашь. И доверенность, и признание, и душу отдашь, лишь бы живо остаться. Но вот денег твоему сынулю мы тогда не дадим. Водички хочешь? Николаевич, гони сюда трак. Трак, трак, трак подгоняй. Спокойно, спокойно. Тихо, тихо. Давай, давай, давай. Еще, еще. Все, 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 стоп. Здравствуйте, Ирина Александровна. Да, не ожидал от вас, Сергей Николаевич. Идем. Давай быстрее.
Слышь, помнишь, мы в поход ходили? Помнишь? В общем, сейчас собирай все для похода и выходи из дома через подвал. Да, через подвал. И жди меня на трассе. Все. Машину давай, давай, давай. Возьми! Ушли! Давай обратно! Ну, майор. Девушки, ночевать будем здесь. Где здесь? Прямо здесь. Где прямо здесь? Ирина Александровна, все возражения завтра утром. Пап, а может, объяснишь мне, зачем я здесь буду с ней ночевать? Надюш, просто слушай меня, ладно? Пап, может, ты объяснишь, что мы здесь делаем? Мне тоже интересно было бы это узнать. Мы прячемся. Мы? Так что им от вас нужно? Я нашел путевые документы того самого водителя. В тот день убийства вашего мужа он был в дальнем рейсе, а не в городе. Ну вот, они
Хотят, чтобы я это скрыл. И шантажируют меня судимостью. Папу судили за то, что он не совершал. Разве солдат погиб не по вашей вине? А вы знаете мое личное дело? А я знаю личные дела всех своих сотрудников. В тот день нам в часть приехала большая шишка. Вот, а полковник решил прогнуться. Отдал приказ отправиться в дальний неподготовленный район. Я, естественно, был против, но приказ есть приказ. Вот, и солдат у меня там сорвался. Ну, вот. Мы его пытались донести, но пока суть доделана, в общем, не уберег я солдатика. Папа, боевое ранение, 2 ордена и 5 медалей. Да. Деретесь вы не как преподаватель топографии? Я дерусь как инструктор рукопашного боя. Это моя вторая специальность. А логистика, значит, ваша третья специальность? Ну, если не считать дальнобоя, то... Такое положительное, Сергей Николаевич. Что ж ваша жена-то бросила? Слушайте, но это уже не ваше дело. Надюша, иди подготовься поменять. Сколько нам еще здесь торчать? Ну, у вас тоже жена. Жена. Она хотела быть женой генерала. А когда меня уволили, ну, что с меня взять? Она, кстати, вышла замуж за того самого полковника. И я узнал, что недавно стал генералом. А Надя? А Надя, ну, она от мамы сбежала. Вот, а бывшая жена не против. Я тоже. Она мне хозяюшка. Лучше бы она тебя убила. Одним бы кретином стало меньше. А к ребенку своему придет и к матери. Была бы дура, давно уже пришла бы. Да и там неизвестно, чем все кончилось. Положил бы этот Рэмбо твоих мордой в грязь, и все. У него были? Были, никого. Только драться с ним никто не собирается. Нет. Никаких трупов. Никаких! Да? Тогда сами с ним деритесь. Я тебе барану ее на тарелочке выложу. На, бери ее без всякой крови. Да? А ты мне что тут? Шуточки? Шутишь? Значит, охрану усилить не только по периметру, но и в дом. Как вы себе это представляете? Молча. Молча представляю. Закрываю глаза и вижу. У дверей сидит охранник. А если Безбородов будет против? Передашь ему привет от меня. То есть этого, по-вашему, хватит? Он после нашего разговора предал любимую женщину. Тебе этого мало? Ты Деня. Только благодаря моим приветам в людях держишься. Ладно. Вы от меня тоже не в накладе. У меня на твое место очередь. А вот где ты возьмешь бюджетные заказы, если не я? И лучше тебе сейчас промолчать. Да, лучше промолчать тебе сейчас. Вот где она теперь? Может, интервью дает? Про меня, да про тебя. Она круче любого мужика. И на свободе. Понимаешь? Деня. Муж поднял этот бизнес. Все было на нем. Я только так помогала. Был очень креативный. То, что мне обычно дается нервами, он как-то сразу придумывал что-то, и все решалось само собой. Странно. Обычно я об этом никому не рассказываю. Он пропал, когда Мише исполнилось 3 года. Я еще в декрете была. Начались проверки сразу, проверки. Кто-то пытался захватить наш бизнес, который мы создавали годами. Но теперь-то это понятно, кто это был. Я пыталась остаться, как раньше, но пришлось стать жесткой. Иногда смотрю на себя в зеркало. Сама себя не узнаю. Послушай, пора спать.
Доброе утро, Ирина Александровна. Не смешная шутка, Сергей Николаевич. Подходите к нашему столу. Вкусный завтрак, я вам обещаю. А где вы мясо взяли? В соседней деревне. Если хотите умыться, там 100 метров по дорожке есть родник. Надь, объясни Ирине Александровне, как к роднику пойти. Взрослая тетя не заблудится. Надь. Значит так, идете прямо, никуда не сворачиваете, там увидите медведя и спросите, как пройти к роднику. Спасибо, поняла. Доброе утро, Геннадий Иванович. Какой красивый зимний сад. Угу. А что, застрелиться дух не хватило? Как вы вошли? Через дверь. Ребенка не отдам. Пошли вон. Да я вижу, ты совсем не проспался. Ну да ладно. А ребенка мне надо. Да? А что надо? Ребенок ее. И мать ее. Побудут здесь. Под нашим присмотром. Вон. А о чем с Владиленом Петровичем вчера разговаривал? Помнишь? И упыря твоего туда же. Ну что, прокурор, поможешь тебе остаться человеком? Ирина Александровна! Да. Я просто хотел убедиться, что вы в порядке. Я в порядке. Ну да, да, да. Простите. Я вам вчера про шофера рассказывал, вы как-то ничего не сказали. А его путевые документы у меня. Цена этим документам копейка в базарный день. Так я что, поставил себе за копейки? Я вообще не знаю. Ой, зачем вы это сделали? Ой. Послушайте, я могу показать документы в районный УВД, там мне помогут. А что смешного-то? Нет, это действительно не смешно. Это глупо. Знаете что, давайте сделаем так. Вы на некоторое время исчезнете, пока я все решу сама. Только глупости больше не говорите, ладно? Привет. А где мама? Мама на работе. Можно? Спасибо. А почему она домой не пришла? Ну, почему не пришла? Ну, заработалась, наверное. Угу. Где она? Что с ней? Да не переживайте так. С ней все в порядке. Она в безопасности. Мы ей помогаем. А я позабочусь о вас. Я домой хочу. Маш, мама очень хотела, чтобы вы пока побыли здесь. А вот эта неделя будет вас охранять. А Геннадий Иванович? С Геннадием Ивановичем мы договорились. Если у вас будут какие-то проблемы, что-то не так, сообщайте им, а они передадут мне. Как вы расположились? Все хорошо?
УВД возглавляет полковник Браченко. Там же работает мой друг, майор Акимов. И они все как один встанут на вашу защиту. С Браченко я воевал. Захар мой ротный, так что я им верю. Ну, жене своей вы тоже верили, Сергей Николаевич. Мотались с ней по гарнизонам. Где же она теперь-то? Ирина Александровна, у Браченко достаточно связей, чтобы обеспечить безопасность ваших близких. Да и до Дениса мы тоже доберемся. Не, ну какая чушь. Вот вы сами слышите, что вы говорите? Да это Денис до вас доберется. И до меня, если я буду следовать вашим бредням. Ирина Александровна, вообще, а по-вашему, что нужно делать, а? Вам? Вам спрятаться. И ждать, пока я все решу. Не волнуйтесь, когда все закончится, я вам заплачу. Какая же вы все-таки стерва. Но кому-то вы должны верить. Да. Я верю в деньги. Хорошая у вас вера. Сергей Николаевич, занимайтесь мясом. У вас это так хорошо получается. А лучше добросьте меня до дороги. Я там поймаю машину. Здесь можно поймать попутку. Вот и отлично. Недель через две попробуйте перезвонить мне на работу. Прощайте. Что на Северный полюс едем. Там нас могут искать. Так что чем дальше, тем лучше. До города подвезете? До города. Подвезем. Давай. Спасибо. Машину-то нашу не найдут? Не волнуйся. Ну вот это здесь. Здесь мы будем прятаться? Хорошо, что мы ее в лесу оставили. А что, лесом короче? Да, да. А вы сами откуда? Здешние, егерь. Ну, дороги здесь хорошо, наверное, знаете. Да, знаю. Куда мы приехали? А? Сейчас. А ну, вылезай.
Что вы делаете? Выходи, сказал! А ну, пошло. Пошло. Шагай. Давай. Заходи. Заходи. Здорово, братуха. Здорово. Как ты дозвонился -то из такой глуши? За лесом забрал. Ясно. Вот, куртка и все, что ты просил. А, спасибо. Что, вчера не позвонил? Мы бы с ребятами все сделали. А я ему говорила. Да сделали, только ты мне нужен незасвеченный. Как брачный? Он нас ждет. Послушайте, что бы вы ни собирались там со мной сделать, не надо. У меня есть деньги. Сколько вы хотите, я вам заплачу. Послушайте, ну изнасилуйте вы меня. Ну разрежете на кусочки, скормите собакам. И что? Изнасилуйте. Не надо мне больно. На себя посмотри, кожа до кости. Там вы даже кошку накормишь. А деньги? Мне и так за тебя заплатят. А? Клява. Хлопчики за тобой бегают. Все местные едям раздали. Так что все равно далеко не ушла. Сколько они вам обещали? Сколько обещали, все мое. Я больше дам. А тебе потом догонят и добавят. Ну, хорош балаболить. Жать будешь? Буду. Ну так как я буду? Развяжите меня. Посиди в машине. Почему, пап? Ну я тебя прошу. Послушай Сандру. Следователь этот Маркин, человек Соколова Дениса. Знаете такого? Одевается прилично, а по сути гнилой насквозь. Очень крутой, что ли? Да не сказал бы. Скорее, подкрученный. Крутой там Печорский Владилен Петрович. А Денис у него так, попка на подхвате. Платежку подписать, прошуршать их, что как. Задача невыполнима? Я бы сказал, сопряжена с невосполнимыми потерями. Силы не равны. Так что, ребятки, ничего обещать не могу. Да он просто раздавит меня. Да. Похоже, ты крупно попал, братуха. Да. Потом мне доложили, что ты помог ей сбежать от следствия. Я помог ей сбежать от бандитов. Это мы с тобой знаем. А бандитов еще доказать надо. Заложники. О, какие заложники? Ее сын с бабушкой, у ее же любовника, который на минуточку прокурор. Ну и какие заложники? Ясно. Вот то, что документы на водителя, это хорошо. Но раз поддерживает его Печорский, дедова Дениса, поэтому они бесполезны. И что же делать? Думать. Думать, майор.
Без поддержки Печорского я бы этого Дениса в порошок стер. Надо бы разрушить их тандем. У них бабло вообще. Как его разобьешь? О! Хороший вопрос, Захар. Я все... Там она. Пошли. Да. Пошли. Пошли. Там она, там. Здрасте, я все сделал. Все как Елене. Все. Пошли за мной. Вот тут я ее и сховал. А где? А я, мужики, она, вот тут она была. Я не знаю, я не знаю, куда она делась. Я ее связал, она, руки, ноги были связаны вот так вот. Я ее оставил, руки развязал. Развязал? Она, как она есть-то будет? Я ей хавку принес, как она будет хавать со развязанной? Вас увидел и побежал за вами. Она тут была, я не знаю, куда она. Ну и что с ним делать? А что с ним? Надо наказать как-нибудь. Да. Отрежь ему палец. Не надо. Зачем? Я же все сделал. Я же вам сам позвонил. Я ее привез. Не надо. Куда она могла пойти? Сбежать. Ой. Не переживай, Серег. Что-нибудь придумаем. Да несправедливо. Ни в чем не виновата, а бегаем как. Че, теперь дома, что ли, не жить? Ко мне давай. Да тебя тоже пробьют. Подожди. Что, знакомые? Ну да, за нами вчера гонялись. Давай за ними? Не-не-не-не-не. Засветимся. Если Ирина снимет, то мы не сможем ей ничем помочь. А если не снимет? А где? Да где-нибудь здесь, в лесу бросили и уехали. Давай яблоко. Сколько у него осталось? Ну, сколько там осталось яблок? Ну, не надо, милый. Ну, пожалуйста, давай дальше же. Сколько у него осталось яблок? Почему она не отвечает? Ну, значит, не может. Она вчера обещала, а сейчас вне зоны доступа. А у твоей мамы трудности. Ну, ты же должен понимать. Какие? Не знаю, она мне не сказала. Так давай помогать. Ей уже помогают. Дядя Денис, дядя Гена. Твоя мама сильная, она совсем справится. Ну, так сколько же яблок осталось? О, я смотрю, вы проснулись и прекрасно себя чувствуете. А где моя одежда? Вы знаете, после болота она не подлежит остановлению.
Ну, а что же теперь делать? Не волнуйтесь, Захар сейчас привезет. Как вы вообще меня нашли? А за это нужно сказать спасибо Захару. Это он предложил заехать в лес, вас поискать. Ну, а дальше было дело техники. Вы очень долго бродили по этому лесу, и если бы вы отклонились бы на километр в правильную сторону, то вышли бы к железнодорожной станции. А так вы отклонились в другую сторону и попали в единственное болото в этом лесу. Ну, не переживайте, каждый бы на вашем месте совершил такую ошибку. Каждый, но не вы. Юрий Александрович, я преподавал... Топографию, я помню, Сергей Николаевич. Вы прекрасно разбираетесь в болотах. Ну, хорошо, если бы вы не выстрелили, мы бы вас не услышали. То есть вы сами себя спасли. Так лучше? Я вчера разговаривал с Братченко, ну, это полковник. Вот. И как я предлагал, этого Дениса и какого? Печорского нам не одолеть. Нам? Ну, как бы вас это не коробило, у нас с вами одна беда. Скажите, а почему вы не хотите, чтобы я вам помог? Я вам миллион раз говорила. Я сама прекрасно знаю, что мне надо делать. И для этого мне нужны надежные помощники. Надежные помощники – это которые за деньги, да? Ну, хотите, давайте я буду деньги брать. Давайте. Или я вас не устраиваю в любом качестве. Ну, как мне заслужить ваше доверие? Ладно, давайте завтракайте. Сейчас Сахар приедет. Ирина Александровна. Что это? Захар вещи привез. И на кого я в этом буду похожа? На Сандру. На кого? Ну, яйца Сандры – идеал женщины для Захара. Да, от души. Сапожки, конечно, прохладные, но вы не волнуйтесь. У меня теплый воротник. Да, все с вами ясно, мальчики. Ирина Александровна, деньги с вашего счета вам выдадут вот в этом окне. Пожалуйста. Понадобился, дорогой. Всем порядочным людям когда-нибудь нужен брюк. Что будешь? Это очень приличный хачапури по-азиатски. Будешь? И вина принеси. Слышал, беда у тебя? Ну, беда у тех, кто думает, что у меня беда. Мне нужны твои бойцы. Всем нужны мои бойцы. Так, вот задаток. По окончании получишь 5 раз больше. Миришь, ты купец, не полководец. Зачем тебе армия? Речь идет о здоровье моих близких. Пока о здоровье. Не подведешь? Маленькая, мы с твоим папой как-то зашли в твою комнату, ты проснулась, я начал тебе рассказывать какие-то истории, ты хохотала, а отец гладил тебя по волосам. Помнишь? Помню, Брю.
20 лет, как его нет, но не для меня. Я ответил на твой вопрос. Спасибо. Ребят, куда? Частная территория. Тихо, прокурор. Сейчас ведешь меня к детям? Сколько бойцов в доме? Один. Пойдем. Добрый вечер. Я... Дружище, смена караула. Чего? Они меня шантажируют. Они всех шантажируют, Гена. Мам, почему ты в халате? Ирочка, не знаю, я от волнения. Витя! За машину! Здравствуй. Лучше не нарывайся. Не тот случай, Брюль. Ты кто такой, чтобы меня пугать? Ты прекрасно знаешь, кто я такой. Самое главное, ты знаешь, кто мы такие. Если бы было куда, мы бы отступили, но нам некуда, поэтому мы не отступим. Будете воевать? Да. Как видишь, у нас свои методы, и мы не остановимся. Повяжем твоих прямо сейчас. И тебя повяжем. Со мной вам будет трудновато. Я согласен. Но у нас получится, поверь мне. И ты сядешь. Только нам не нужна война, в которой проиграешь ты. Нам нужен мир. Я не думаю, что она... предложила тебе больше, поэтому бери и забудем про это. Прости, не вышло. Руки! Стоять! 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 Стоять!
А им не шевелим, Всем привет. Здорово, сестренка. Собирай своих. За воротами Серега в машине. Все хорошо, мам. Мам. Мам, ты как? Верочка. Потерпите, пожалуйста. Уже близко. Мам, мы домой едем? Нет, сынок. Ну, там тебе понравится. Место. Угу. Верочка, а где мы? Ты здесь уже была? Да, мам, была. А ты с своим папой здесь живешь? Ну и с твоей мамой тоже. Мам, ты тут была? Да, родная, была. Так, я успел приготовить только 3 спальных места, поэтому вы, Миша и мама ляжете в доме, а мы потом в машине с Надей. А почему мы с тобой в машине? Да, правильнее будет, пусть дети лягут с мамой. Я хочу с тобой. Я буду рядом, малыш. Пойдем. Постели бабушке постель. Она мне не бабушка. Надь. Да я бы лучше с тобой в одной кабине спала. В общем, до утра ты остаешься в доме за старшего. Я? Детям лучше ночевать в доме. Слушайся, Надю, хорошо, Миш? Мам, ты как там? Ты же знаешь, сердце как тряпочка. Сейчас полежу, легче станет. Знаете, мечты могут сбыться. Ребята ваши меня спасли. Ну да, если не Захар. Я как-то себя чувствую уже обязанной вам, Сергей Николаевич. Вы столько раз меня спасали. А что, не нужно было? Да нет, я вам, конечно, благодарна просто. Как-то я уже отвыкла от чьей-либо опеки. Я вас не опекаю. Я просто действую по обстоятельствам. У нас с вами одна общая проблема. У нас с вами, по-моему, уже все общее. Ирина Александровна, избавиться от этого Дениса мне нужно не меньше, чем вам. Давайте действовать заодно. Доброе утро. Что делаешь? Кашу варишь? Давай я. Ложитесь, я сама справлюсь. Спасибо, милая. Я ее кашу есть не буду. Ты свари. Надя хорошая хозяйка, будет очень вкусно. Не буду. Пусть мама придет. Мама не может сейчас прийти. Мама занята. Она придет попозже. Без мамы есть не буду. Я тебя в туалет не буду больше ночью водить, понял? Сам будешь ходить. Бабушка отведет. Бабушке тяжело. Но мне действительно тяжело.
Лишить Дениса крыши Печерского можно только одним способом – скомпрометировав его. Понимаете, нам нужно сделать так, чтобы покрывать Дениса для репутации Печерского было бы дороже, чем от него отказаться. И только это может разрушить их тандем. Нам нужно пробраться в мой кабинет, забрать запись и правильно ей воспользоваться. Нам? Да, нам. Смотрите. От забора до офиса мы пройдем вот здесь. Здесь мой кабинет. Камеры установлены по периметру. Там кто-то из вас по этому коридору доберется до поста охраны. Нужно обезвредить охранника. В кабинете на стеллаже стоит керамическая фигурка капитана дальнего плавания. Муж подарил ее нашему сыну. В эту фигурку вмонтирована камера. Она была здесь. Стой! Гранату на землю! Ребятки, по-моему, над нами кто-то злобно шутит. Так, шутки продолжаются. Валим отсюда! Не все так плохо, Александр. Что вы имеете в виду? Вот это жесткий диск поста охраны. Здесь должен быть записан разговор ваш с Денисом. Где вы это взяли? Взял. Только служба безопасности пишет все без звука. Все это бессмысленно. Зря рисковали. Надо же посмотреть, разобраться. Надо меня утешать. Ну, может быть, я не вас утешаю, а себя утешу. Не понимаете, какого мы лишились козыря? Лилия Александровна, я понимаю одно. Мы и наши близкие находимся в безопасности. И это наш козырь. А все остальное мы придумаем. Ну так поехали. Поехали? Кто ж против-то? Нет, 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 нет. Это же... Это наш трак, они нас высадят. А дети? Поехали, поехали. Вперед, я обхожу. Пушку доставай. Здорово, мужики. Спокойно, спокойно. Не надо нервничать. Огоньку не дойдется, прикуриватель сломался. Будет тебе огонек. Сейчас прикуришь. Спокойно, не дергаемся, спальну.
Где мой сын? Где мой сын? Где мой сын? Где сын мой? Где мой сын? Грибники вас видели. Сказали егерю, а он Ковалеву. Он всех егерей зарядил. Вас ищет. Мы не знаем ничего. Нам только машину сказали отогнать. Их нужно отпускать. Так, красавцы, если вы нам порожняк прогнали, найду и посажу. Ясно вас? Валите отсюда. Быстрее. Вы что, их отпускаете? Пошли, пошли. А пистолет отдайте, пожалуйста, пистолет. Подождите, ну вы же говорили, что будет безопасно. Хотел домой, пожалуйста. А как же мама? Ну, я же тебе говорил, Миш. Мама попросила отвезти вас домой. А мой папа вас ни о чем не просил? Ни о чем же просил? Он просил помочь Мишиной маме и присмотреть за ним и за бабушкой. А вы меня понимаете? Ну, я вас поняла с первого взгляда. Наденька, прошу тебя, не надо. Ну, ничего, она намного понятливее своего отца. Да это Денис, мамин друг. Да? Хорошо. Ну, тогда пошла домой. Меня мой папа ни о чем не просил. Прошу вас, она еще ребенок. Она будет слушаться. Уверяю вас. Ба, так дядя Денис не мамин друг? Пойдем, милый, в дом. Мне нужен пистолет. Зачем он вам? Я не должна перед вами отчитываться. Вы могли их убить. Хотела бы, убила бы. Вы вообще говорили, что там будет безопасно, и что? Я так думал. Интересно, чем вы думаете, Сергей Николаевич? Ирина Александровна, я понимаю ваши чувства, но это не повод, чтобы мне хамить. Я действительно так думал, иначе бы не оставил там свою дочь. Вы дадите мне пистолет? Кого вы хотите убить? Я хочу убить Дениса. Без него Печорский мараться не будет. А сначала мы узнаем у Дениса, где дети, и освободим их. И это ваш план? Да, это мой план. Это ваш план? Да, это мой план. Глупо. А по-вашему, бегать по лесам и философствовать – это умно? Да, это умно. Я считаю, что сначала нужно все продумать и взвесить. Я сделаю это с вами или без вас. Ну, хорошо. Хорошо, запытайте вы Дениса до смерти. А если он ничего не скажет? А если Печорский все-таки замарает свои руки? Вы понимаете, что это рискованно? Скажет за свою жизнь, он продаст всех. А Печорский? Вы дадите мне пистолет? Нет. Остановите машину. Нет. Остановите машину. Нет. Так. С твоей семьей моя дочь, я не позволю рисковать ее жизнью. Пусти! Сидеть! В общем, сами тут разберетесь, где кто будет спать. Выходить вам никуда нельзя. Все будете здесь. Ба, а почему нам нельзя выходить? Потерпи, маленький. Так вышло. Я есть хочу. Ну, потерпи немножко. Валентина Федоровна, на кухню и в туалет он вас будет сопровождать. Ну, или его напарник. Как вы думаете, что с вами сделает мой папа? Вот для него свой сарказм и попридержите. Потому что ему плевать на вас. Давно катался, как сыр в масле. Нет, все геройствует.
А, вы, наверное, думаете, что сможете его остановить. Герои часто предсказуемы. Наденька. До свидания, Валентина Федоровна. В общем, план такой. Я иду в мотель, беру вам комнату. Вы спите, отсыпаетесь, набираете сил на завтра, а я остаюсь в машине. Это мой план. Завтра я возьму у вас пистолет и прострелю вам ногу. Договорились. Иди кушать. Сейчас, ба. Миша, иди к столу, а то я спрячу твою машинку. Миша, слушайся Наденьку. Давай сюда руки. Да, он и мужа твоего не хотел. Репутацию бережет чинуша. Ножками на меня топал. Как ты мог? Спрашивал. Надо было, видите ли, административными методами. Вот, поэтому 4 года потом с тобой и Валан... Валандились? Правильно. Но ты кремень. Будь моя воля, Ирочка, тебя уже не было. А вы все так можете перевести? Ну, по губам видно отчетливо, так что вполне. А сколько займет это времени? 1-2 часа. Аллочка, займитесь этим прямо сейчас. Хорошо. Держите. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, выходит, не зря мы туда сходили. Так, что мы имеем? Документы на водителя, видео. Что-нибудь еще? Дети. Дети. Детей к делу не пришьешь. А они потратят миллионы на экспертизу документов и видео. Она у тебя в бегах. А если сдастся, то в СИЗО у нее отожмут все, что захотят. А если эту запись опубликовать? А вот это дело. Людочка, Макарова ко мне. Как только появится, пусть позвонит. Правильно. Печорский задергается, будет кричать, что это фальшивка и клевета, но за Дениса вписываться не будет, иначе будут торчать его уши. А он не любит, когда уши его торчат. А вот тогда мы твоего Дениса и оприходуем. Правильно. Мы все это дело обернем против Дениса. Да и тебя одного будет проще из этого уголовного дела вытащить. Сереж, зачем она тебе?
Пойдем. Ты кушай, не стесняйся. Ну как? Да не, ничего. Вроде клево. Твоим-то хватит? Да хватит, всем хватит. Напарнику твоему хватит. Что-то ты добренькая очень. Не отравишь? Да я не добренькая. Мне просто нужны добрые охранники. Голодными вы ведь будете злыми. Да нет, мы добренькие. Че? Да ничего. Вы все же хотите прострелить мою ногу, да? Очень смешно, Сергей Николаевич. Ну что, давайте посмотрим кино и попьем кофе. Что за кино? Увидите. Ну, давайте. Послушай, твоя мама принимала на ночь какие-нибудь лекарства? Да. А ты знаешь, где они лежат? Да. А ты сможешь их достать? Зачем? Мы отсюда спешим. А бабушка? Ну, вместе с бабушкой. Мы очень поможем этим нашим родителям. Зачем ты хочешь им помочь, если ты не любишь мою маму? Ты что, не понимаешь, что мы можем спастись только вместе? Ну как я тебе могу помочь, если ты не любишь мою маму? Хорошо, я люблю твою маму. Пойдет? Нет. Да, я не очень люблю твою маму. Но я просто ее пока плохо знаю. Мы очень им этим поможем. Понимаешь? Я буду играться целый день. Договорились. Да, он и мужа твоего не хотел. Репутацию бережет чинуша. Ножками на меня топал. Как ты мог? А? Ну как вам? А вы не безнадежны, Сергей Николаевич. Ну так что? Что? Публикуем. Братченко сказал, если мы опубликуем эту видеозапись, то он откроет уголовное дело. Угу. А Денис, ну как вы сказали, чтобы спасти свою шкуру, он продаст всех. Вот Братченко закроет этого Дениса, и он все расскажет. И где вы собираетесь это публиковать? Ну, не знаю, есть же там криминальные журналисты, криминальная хроника. Подождите, подождите. Вы сказали, нужно добыть видеозапись, компрометировать. Вот видеозапись. Но я не говорила публиковать. Я сказала правильно распорядиться. Сергей Николаевич, чтобы компромат выстрелил, надо, чтобы он неожиданно появился в эфире. А для этого он должен попасть в правильные руки. Ну, хорошо. А у вас есть эти правильные руки? У меня есть.
Не думал, что ты снова захочешь меня увидеть. А кто тебе сказал, что я хочу тебя видеть? Ты же здесь. Ну, если бы я боялась испачкаться о каждого подонка, я бы бизнес свой не удержала. Если хочешь меня добить, не стоит. Я себя уже и так казнил. Лен, по-моему, в бегах я, а не ты. Так что не жди, я не заплачу. Да я не жду. Я просто прошу тебя обойтись без этих эмоциональных отступлений. Боишься разбередить свою ранимую душу? И без сарказма тоже, пожалуйста. В конце концов, были же у нас и светлые дни. И что сказать тебе спасибо за наши светлые дни? Ира, я написал заявление. Я ухожу из прокуратуры. И что? Развяжусь со всем, чем меня шантажирует Печорский. И мы уедем. Сейчас, подожди, ничего не говори. Ладно? Мы уедем за границу вместе. Там у меня деньги. Очень много денег. Я понимаю, ты меня не простишь, но Миша, подумай о Мише. Все мое станет его. Ну, а ты... Потому что как жизнь покажет. Ты, главное, сейчас ничего не решай и ничего не говори, хорошо? На, вот, передай Печорскому. Что это? Гарантия безопасности наших детей и моей мамы. Наших? Он поймет. И еще скажи, что я предлагаю в уголовном деле поменять местами меня и Дениса. Ясно. Тебя и Дениса. И готова с ним это обсудить. Ясно. Так, ну все. Ира. Я перезвоню тебе. Валя, ваше лекарство. Давайте я вам помогу. Спасибо, Лиса. А что это у вас вид такой загадочный? Вы что? Да вы что придумали? Все будет хорошо. Мы отсюда сбежим. Сбежим? Нашлись помощнички. Это вообще не ваше дело. А чье же? Дело взрослых людей, а вы, извините меня, еще дети. Вы что, не понимаете, чем все это для нас может закончиться? Я как раз понимаю. И ты должна меня слушаться. Ма, не переживай. Надя все придумала, все будет хорошо. Да, конечно, помощники. Куда она с этим сунется, а? Знаешь, почему ты работаешь на меня, а не я на тебя? Знаю. Нет, нет, не знаешь. Если бы ты знал, ты был бы на моем месте. А ты не знаешь, Деня. Ближе к делу, Владилен Петрович. Давайте вот без этих ваших эмоций. К делу? Да уж куда ближе. В том-то и суть, что дело мы с тобой понимаем по-разному, Деня. Это не мешает нам работать вместе. Дальше-то что? Дальше? Мой дорогой троечник, у тебя могут быть тяжелые времена. Куда они денутся? У нас их дети. И что? И что, убьешь их? Ухо отрежешь? Что ты сделаешь, Деня?
Что ну? Что ну? Слава богу, с мужем обошлось. Даже не думай! За такие ну я тебя сам удавлю. Понимаешь? Сядь. Не маячь. Ты, Деня, всегда на таких, как я, шестерить будешь. Потому что думаешь, если у тебя ствол, ты король. Вот и гопник. А гопникам всегда хозяин нужен. Вот поэтому на меня и работаешь. Ну да, не царское это дело. Королевские срамки подтирать. Что ж ты ищешь, кому бы их подтереть? Разрешение ждешь и с радостью подтираешь, а? Вы тоже не всегда козырем были. Не всегда. Но пушку отродясь не уважал. Потому что слушал, когда учили. Отношения главные. У кого в руках отношения, тот и король. Остальные подтирают ему задницу и радуются, что им дозволили. Понял? Нет. Я не понял, какое вот это все имеет отношение к записи. Пленочка эта, и какие там у них еще есть картинки, попадение даже в интернет, очень сильно навредят моим с этим миром отношениям. И уж точно поставят крест на наших с тобой. Барахтаться и в этом говне, Деня, ты будешь один. Деня. Да, Ген. Да, я поняла. Я подумала. Все. Они предлагают встретиться. Они? Я передала запись Печорскому. Что в этом такого? Ну, мы же хотели опубликовать эту запись. Мы хотели отдать запись в правильные руки. Я отдала. Они готовы торговаться. Публикации они боятся, поэтому сдавать меня в полицию не будут. Хотя рискованно. Ладно, поехали. Так, а где будет встреча? В моем кабинете. Вы понимаете, что кабинет – это ловушка? Если они захотят, то сдадут и в кабинете, и в ресторане. Поймите, я просто хочу посмотреть им в глаза. Пойдемте. Я в туалет хочу. Подожди, дядя доест и сводит. Я сейчас хочу. Да пусть ходит, чё. Еще добавки? Давай. Пирог? Как обычно. Сгущенка, корица, сливки. Сгущенку я люблю. Тесто сырое. Смотри, куда прешь. По к бабке запру. Нам-то пирожка перепадет. А то. Я не говорил приносить кофе. Я сказала. Спасибо, Галочка. Рисковая ты. Но расчетливая. Мне, кстати, всегда это в тебе нравилось. Ты раньше мне тоже нравился. А теперь вижу, ты полный кретин. Вы так не считаете, Владлен Петрович? Кретин, говоришь? Под следствием, однако, ты. Но это сути не меняет. Любой уголовник в душе мечтает стать крупным бизнесменом. А у таких кретинов, как ты, почему-то все наоборот. Крутая, да? А если я тебя сдам Маркину прямо сейчас? Ты знаешь ответ. Озвучка это недорого стоит. Ну почему? Вполне достаточно, чтобы сделать вас звездами светской хроники. Поэтому Маркину ты меня не сдашь.
За детишек не боишься? Да. Вы не туда попали. И, кстати, угрожать мне не надо. Бояться надо вам. Да-да, Владлен Петрович, это не лазерная указка. Это прицел марки ЛС-300. Мои друзья до вас, видимо, не дозвонятся, но рада, что могу сказать вам это сама. И очень вас прошу, пока я здесь, не дергайтесь, иначе они вас убьют. Ты блефуешь? А по-вашему, мы выследили вас, чтобы попугать? Ну, вы даете, Владлен Петрович. Как будто это не вы хотите меня лишить всего. Посадить в тюрьму, разлучить с сыном. Да не будет вас, и ваш кретин выйдет из этого кабинета под конвоем. Чего ж мне вас не убить-то? Денис озвучит тебе наше предложение. Новость хорошо. Эх, а с винтовочкой-то было бы надежнее. Ну, чтобы положить, винтовка не нужна. Он, Ира, с одним пистолетом бой рвалась. И Люча хамилил. Ира? Это когда это вы с ней на «ты» успели перейти, а? Прицел держи. Я-то держу. Недолго мне его еще тут держать. Озвучиваю. С тебя доверенность на бизнес, причем дашь ее прямо из-за бугра, по твоему уголовному делу садится водила, что нашел тело. Которому ты указал, где тело. Которому я указал, где тело. Довольно? Ты же останешься чистой, и в Россию тебе возвращаться не придется. Водитель в курсе? Да за те деньги, которые мы ему дадим, он просто мечтает занять твое место на нарах, не лишает человека счастья. Гарантия. Если мы, что не так, то у тебя есть запись, документы. Если ты, что не так, мы тебя найдем, не сомневайся. Паритет, в общем. Что с Воронцовым? А у него такие же гарантии, что и у тебя, если мы, что не так. Ну, ты поняла. Пусть живет. Мы не мстительные. Если хочешь, забирай с собой, если нравится. Мне надо поговорить с сыном. Пирог готов. Можно есть. И сколько нам перепадет? Половину осилите? Да я бы сам все слопал. Да, Денис Владимирович. Здесь. Да. Понял. Малой, иди сюда. Лишнего не говори. Понял? Алло. Сынок. Мама. Ну, как вы там? Мама, у нас все хорошо, не переживай. У нас все отлично. Все это скоро закончится. Береги бабушку. Хорошо. Ну, хватит. Вкусно, малой. Мне нужно подумать. Пока ты будешь думать, все останется, как было. Шефа твоего нужно снять с прицела. Дай мобильник. Какой номер? Тот, что не туда попали. Алло. Да, это я. Все в порядке, я выхожу. До связи.
И долго ему там сидеть? Ну, до тех пор, пока я не пойму, что я в безопасности. А ты, значит, все в игрушки? Нет, ничего, ну, скачал, но нравится мне. Хорошие игрушки. Только вышел, играю. Прикольно. Смотри, Коль, ты играешься. А если они заснут, кто дверь откроет? Дверь сломаю. Молодец, похоже. О, пирог испекли. Вы уже поели? Ой. Вкусно, наверное. Тетя Валь, нельзя нам его есть. После него будешь долго спать. А может, ты вообще не проснешься? Не говори глупости, просто будешь долго спать. А где вторая половина? Тетя Валя, идите спать. Берегите силы. Надя, что ты сделал? Я сделала только то, что должна была сделать. Мы помогли нашим родителям. Ба, все будет хорошо, мы тебя не бросим. Не бросим. Значит, вы все-таки решили сбежать. Я точно слышала Мишину машинку. Ну, знаете, такая, ну, с радиоуправлением. Не могли же они привезти его игрушки с собой? Значит, они в моем доме. Ну, вот и хорошо. Значит, мы освободим ваших детей и маму, обязательно опубликуем эту запись и засадим их по полной. Это неплохой план, но... Но? Но я все-таки думаю согласиться на их условия. А почему? Ну, Сергей Николаевич, ну поймите вы, я волнуюсь за свою семью. А за границей у меня есть деньги, у меня есть влиятельные друзья. Значит, тот момент, когда с меня снимут все обвинения, я обращусь к своим друзьям. И так как они заинтересованы в моем инвестиционном проекте, то они помогут мне продавить Печорского. Ирина Александровна, у вас здесь тоже есть деньги и тоже есть друзья. Здесь я никому не доверяю. Ну, мне-то вы доверяете. Ну, при чем здесь вы? Ломаем дверь. Давай. Сильнее. Надя, Надя, не смей. Они же нам только хуже сделают. Поздно. Если не сбежим, все равно накажут. Бежим. Бежим. Надя. Наденька. Быстро в машину. Подождите. Миша! Я оплачу обучение Наде в любом западном вузе. Да почему я должен куда-то уезжать? Потому что здесь я не смогу обеспечить вашу безопасность. Ирина Александровна, то, что вы в это не верите, не значит, что я не смогу обеспечить вашу безопасность. Да, вам до этого удавалось меня выручать. Но одно дело я, а другое дело вы, когда меня не будет рядом. В общем, с вами или без вас я опубликую эту запись и посажу Дениса за убийство вашего мужа. Извините. Не уходите, а. Пожалуйста. Пожалуйста. И
идиот. Ты вправду умеешь ездить? Не сложнее, чем на грузовике. Надя, пожалуйста, я прошу тебя, останови машину. Не останавливай. Не собираюсь. Надя! Тетя Валя, спокойно. Прорвемся. Круто! Опоздали, братуха. Они были здесь еще вчера. Откуда ты знаешь? Типа одного взяли. Ребята его мало спряжали. Говорит, с ночи никого нет. А что он еще говорит? Больше ничего не знает. Телефон его проверяли. Он успел доложить Денис. Ну, зато никого не убили. Мы найдем детей, все будет хорошо. Что будет хорошо? Их нет. Их нет. Нету их. И я не знаю, что делать. Слушай, машину новую купил. А быть бы надо. Давай, а то колеса проткнут. От шампанского купить ягод. Смотри. Рисунок моего сына. Мой сын любит рисовать. Это не просто рисунок. Это мой дом. Серёж, что за фантазия? Это не фантазия. Это действительно мой дом. Точно похож. Вон и яблони возле дома. И что? Ну как что? Ну подумай, зачем
Миша рисовал то, что он никогда не видел. Значит, он рисовал со слов Нади. Это нам знак точно. Да. Либо они слышали, куда их перевозят, либо сбежали просто. Как они могли сбежать? Это просто дети с больной пожилой женщиной. Могли, могли. Надя боевая, могла что-то придумать. Да, это может, Ира. Это точно может. Серег, у ребят наряд только сюда, так что к тебе самим придется. Ну что, решаемся? А почему вы здесь? Я вас там жду. Лучше здесь. Если вы про прослушку, то в моем кабинете ее нет, каждый день проверяю. Не хочу, чтобы мои крики слышали твои подчиненные. Так не кричите. Думаю, что возможно? Косяк, конечно. Косяк? По-твоему, просто косяк, да? Да. Большой косяк. Нет, Дени. Это диагноз тебе и твоим дебилам, которых обводит вокруг пальца девчонка. Вот потому и обводит, что никто не ожидал такой засады от девчонки. Ладно, а не ладно. Ты почему не ожидал? Ковалев твой почему не ожидал? Зачем вы мне такие, Деня? Рассказывай, рассказывай, рассказывай. Так а что? Машину они бросили во дворах. Все? Это все? Пока все. Где ищете, дебилы? По отделениям пробили. В полицию они не обращались. По отделениям. Все? Ну, пока все. Ну а что? Куда они денутся? Все менты в курсе, вплоть до участковых. Куда им деваться? Подвалы там вокруг все проверили, да? Да. Нет их подвалов. Дома были у нее. У кого? У девчонки. Ну что, она дура, что ли, домой к себе их тащить? Нет, Деня, она не дура. Я дурак, что ты у меня работаешь, а не она. Пошли своих, пусть все обыщут там. Компьютер, тетрадки, дневники. Друзья, подружки, мальчики. Вот где их искать надо. Я понял. Андрей Петрович. Ну? Это все. Других у нее нету. Садись, просматривай. Фамилию, телефон выписывай. Чьи фамилии? Чьи найдешь. Подружка ее. С двух? Да. Да, понял. У нас гости. Пошли. Thank you.
Тихо, боец, тихо. Ствол на землю. Вот. Тихо, 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 тихо. А где второй? Здесь второй. Руки подними. Молодец. Стоять! Бросай оружие! Бросай! Где наши дети? Идиота. Все, нам пора уходить. Как, а их что, здесь бросим? Я думаю, они вызвали подмогу, долго не засидятся. Хотя и полезно. Хороший у тебя дом, Сергей Николаевич. Дочь приличная. Жить буду радоваться. Зачем тебе проблемы, не пойму. Вот и не напрягайся, Андрей Петрович. Правильно, не поймешь. Одного не понимаю. Ковалев здесь. Они их привезли сюда. А где же дети-то? А дети здесь. Где здесь? Здесь, здесь. Не понимаю. Мама! Мама, мамочка! Мишенька! Миша! Все, все хорошо. Все хорошо. Все, все, все. Да, да, да. Все. Привет. Ну как ты? Все нормально? Все нормально, вы в порядке? Серега, сажай всех в мою машину, увози, пока орлы не нагрянули. Я сам доберусь. Позвонил Браченко, он вас ждет уже. Браченко? Да. Мама. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Я этот сарай еще пацаном помогал деду строить. А теперь там прячутся наши дети. Удивительно. Там было так страшно. Особенно, когда пришел этот, с яблоком. Надюшка, когда маленькая была, постоянно в этом сарае пряталась от грозы. А я ее по всей деревне искал. Да, мне нравилось смотреть в щелочку, как ты меня ищешь. Я представляла, как ты переживаешь. Надь, ваш побег – это смелое решение. Но так рисковать было очень опасно. А я сразу понял, что вы там. Но теперь будет все по-другому. У вас есть какой-то план? Угу. У Братченко есть друг, военный. Он командует округом 500 километров отсюда. Угу. Там все будут в безопасности. Ты хочешь, чтобы и я поехала? Ну, если ты, конечно, не против. Как же она против? Куда же мы без Наденьки-то? А это надолго? Пока все не закончится. Посидите в машине. Здравствуйте, Ирина. Приветствую. Привет, Сереж. Знакомьтесь, ваш пилот Тарас, который быстренько доставит до места. Рейс служебный, поэтому никому в голову не придет, чтобы выяснять, что да как. Вам осталось заполнить некоторые формальности. Да, пойдемте, оформим полетный лист. А где они там жить будут? Их также встретят у трапа. У моего друга пятикомнатная квартира, так что место навалом. Дневальный будет стоять у подъезда 24 часа в сутки. И о вашей маме мы тоже позаботимся. Пойду подышу. Никуда не уходите. Хочешь ехать? Ну, что там делать? Под охраной сидеть? Да нет. Ну, просто ты классная, мне хорошо с тобой. Да и папа у тебя хороший. Он хочет, чтобы ты с нами поехал. А еще мне кажется, что твоему папе нравится моя мама. С чего ты взял? Он ее Ирой назвал. И что?
Ну, Ира я называла только дядя Гена, а так она Ирина Александровна. А еще мне кажется, что моей маме нравится твой папа. Мой папа? Мне кажется, твоей маме никто не нравится. Раз ты не хочешь, чтобы они поженились, то тогда будешь моей сестрой. Здорово? Здорово. У ворот Егорова. У кого? Да ни у кого. Разве я предложил тебе сесть? Зачем ты вообще приперся? Так согласовать, что дальше как? Андрей, тебя сделала девчонка, тебя и твоих людей. А я тебе доверял. Теперь они вылезли из этого сарая, прямо из-под твоей задницы. Вот скажи, на кой ты мне нужен? Простите, Денис Владимирович, я все исправляю. Исправляют двойки, а ты не в школе. То есть вы меня увольняете? Скажем так, я тебя не держу. Может быть, вам больше не нужен, но я своих не бросаю. Ирину кинул, даже глазом не моргнул. Она другая. Баба. Муж у нее был, да, силище. Она крутая, конечно, но держалась из последних. Но все равно бы сломалась. А мы, значит, самое то. По мне, да. Ладно. Будем считать, что твой подвиг впереди. Иди. Ну что, ты едешь? Ты правда этого хочешь? Надь, главное, что хочешь ты. Ирина Александровна права. Главное, что хочешь ты. Поехали. Наденька, ты нужна нам. Не бросай нас. Поехали. Поехали. Господа, прошу на борт. Все, давай. Осторожнее только, ладно? Сынок, слушай бабушку. Все. Мам, береги Мишу и следи за девочкой. Ну, конечно. С Наденькой мне спокойнее. Но она иногда бывает безрассудной. Как ее отец? Но он не безрассуден. Да? А какой же он? Просто отважный? Мама. Все. Летите. Там вы будете в безопасности. Хорошо. Осторожно, ножку. Ребятки, теперь ваш ответный ход. К кому будете обращаться? В один новостной канал. Мы у них заказывали скрытую пиар-компанию. А вы в них уверены? Я там уверена в одном человеке. Он мой бывший однокашник. Понятно. Но в любом случае жду от вас отмашки. Поможем, чем можем. Ну, удачи. Спасибо. Подбросить? Не, я на служебный. Всего доброго.
Счастливо. Спасибо тебе. Ты стал мне близким человеком. Жалко только, что мы из разных миров. Но ведь что-то нас делает близкими людьми. Что-то делает. Ну что, поедем? Да. Привет. Здравствуй, Владик. А я уж наивно надеялся, что ты сразу ко мне. Я бы тебя надежно спрятал бы. Ты уже знаешь, что у меня проблемы. Я ищу весь город. Да, мне нужна твоя помощь. Где ты сейчас прячешься? На одной даче. У тебя новый друг? Ты уже и об этом знаешь. Новости, Ириш. Новости – это мой хлеб. Но в данном случае эта новость для меня горький хлеб. Он просто друг. Ничего более. Ты мне поможешь? Обижаешь. А когда было по-другому? Конечно, помогу. Я ведь не просто так тебе помогаю. Я еще жду. Надеюсь, с самого института. Ты помнишь? Я помню. Понимаю. Работа прежде всего. Благодаря усилиям сотрудников Департамента инвестиционной политики прирост инвестиций в первом полугодии составил 5,7 миллиарда долларов. Значит, доллары, да? Прозрачность и эффективность государственной поддержки. Да. Забавная история. Мне нужно, чтобы ты дал этому ход. Я думаю, что Губриян будет против. Ну так надави на него. Ириш, послушай. Владлен Петрович слишком серьезный человек. С ним шутки плохи. Слушай, ну вы тоже не овечки. Ну да. Значит так. Главным аргументом для Губрияна могут быть деньги. Ну то есть сумма соответствующая этому риску. После этого дела нас могут по стенке размазать. Деньги есть. Ну хорошо. Даже если Губриян откажется, я думаю, что страна узнает своих героев. Главное, чтобы видео оказалось в сети. А там уже дело техники. Есть у меня кому подуть на эти угли. Чтоб полыхнуло. Иногда я жалею, что я тебе отказала. Еще кофе? А, простите, дела ждут. Да? Да. Лучше. До свидания. До свидания. Все хорошо. Что ты приперся? Я тебе русским языком говорил, здесь тебя видеть не должны. Не должны, да? Ну, если гора не идет к Магомету. Какая гора, что ты несешь? Какая гора?
Я говорю, я вам звонил, но вы не отвечали на звонки. Я подумал. Я бы отвечал, если бы видел смысл. А смысл был бы, если бы ты решал проблемы, а не создавал их, приходя сюда и мозоля глаза телекамерам, да? Я что-то не пойму. Я день и ночь возился с ней, с семьей, а вы... Я не думаю, что мы будем здесь это обсуждать. Извини, у меня важные встречи, я тебе перезвоню, правильно? Хорошо, а что делать-то будем? Я полагаю, все, что мог, ты уже сделал. Дальше обойдусь без тебя. А без меня что вы делать будете? То, на что тебе не хватило ни ума, ни сил. Владимир Петрович, дебиткой. Да. Мы вас там ждем. Простите, сейчас иду. До свидания, Денис Владимирович, всего хорошего. Будьте здоровы. Мы обязательно рассмотрим ваш инвестпроект. Вот. Был рад вас видеть. Всего хорошего. Да, идемте, идемте. Ага. Да. Гляжу я на вас, вы Лисав Михайлович. Да. И вижу. Думаете вы, зачем это меня сюда вызвали, да? Да нет, ошибаетесь. Дело в том, что вы далеко не первый, кто меня сюда вызывает. Меня-то вы видите в первый раз. Справедливо. Ну что ж, Маркин Игорь Вячеславович. Очень приятно. Можно просто Влад. Я бы с приятным не торопился. Я понимаю. Работа у вас такая. Не понимаете. Работа моя – это полбеды. Угу. Основная ваша беда в том, что я к работе своей отношусь слишком тщательно. Угу. Именно по этой причине начальство попросило меня заняться вашим делом, которое против вас возбудили. Часть вторая, статья 128, пункт 1. Мелко написано. Сам написал, сам не разберу. Клевета. Вот. Да. Видите ли, я журналист, и регулярно пытаются против меня, так сказать, возбудить это дело по этой статье. Но наказывают-то вас нерегулярно. Это точно. Вот, видите. Мои вердикты оправдательны, наверное, потому что я пишу правду. И ничего, кроме правды. Нет. Это потому, что вас Губриян прикрывает. Так что насчет правды вы мне не гоните. Вижу, хотите вы мне что-то сказать? Хочу, хочу. Прошу вас. Хочу сарказм ваш умерить, Влад. Странно. Вы меня плохо знаете. Откуда такая ненависть? М? Потому что я знаю таких, как вы. Пишите себе, пишите, брехню всякую. А вот я напишу, мало не покажется. Ты у меня запляшешь. Будет тебе мой вердикт. Ну, положим, вердикт вынесет суд. Ты меня не раздражай. Суд, допустим, уже был. И тебя приговорили. И теперь твое будущее зависит только от меня. И кто же это меня осудил? Ну, фамилию в этих стенах я назвать не могу. Сам догадаешься. А дело все в записи, которую ты пытаешься на канал протолкнуть. Вот народ. И кто же у нас стучит? Позвольте узнать. А этого я тебе тоже сказать не могу. Но если эту запись кто-нибудь увидит, я тебя накажу. И накажу по твоему же стародавнему делу, по клевете. Открылись новые обстоятельства. Да что вы такое говорите? Да, да, да. Представь себе. И теперь ты у нас обвиняешься в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления. Ай-яй-яй. С тебя взыщут 5 или 10 миллионов. Как думаешь, Губриян готов заплатить такую сумму? А вы у него спросите. А я спрашивал. Он крепко задумался. И тебе советую подумать. Если не хочешь лишиться своей квартирки и прописку поменять. А что, может, и правда? Прописать тебе в Магадане, а? Смешно. Ой, ладно. Всему свое время. Ну, а пока не прописочку, а подписочку о невыезде подписать придется. Автограф свой вот здесь вот, пожалуйста. Ой.
Здравствуйте, Григорий Иванович. Здравствуйте, Ирина Александровна. Что-то случилось? Кое-что случилось. Ваш однокашник Влад под колпаком. С него взяли подписку о невыезде. За ним следят? Ну, с виду вроде как незаметно, но и своим я тоже доверять не могу. Кто их знает? Возможно, Печерский кому-то из них платит, как и Маркину. Кто его знает? Но в любом случае вам с ним лучше не встречаться. Да и в конторе Габриянова не помогут. Не помогут там, не помогут нигде. Почему? Ну, а что, Влада с ними. Теперь все убедились, что будет, если новости в этой среде разлетаются. Да. Да и я вам не помощник. Против меня начали служебную проверку. Да и ты, Захар, поменьше светись. Понял. А в чем вас обвиняют? Проще сказать, в чем нельзя обвинить начальника УВД. Но я вам так скажу. Вся эта проверка из той же оперы, что и подписка журналиста. Вам угрожают? Ну, мне сложно угрожать. Так, намекнули. Даже если я задержу Дениса, его все равно выпустят. Под видом служебной проверки меня отстранят, а его выпустят. Вот так, ребята. Вот скотина неуемная. Что будем делать? Одно понятно. Денис опасен. И чтобы его арестовать, нужны неопровержимые доказательства его грязных делишек. Что-то не везет мне с друзьями. Некому больше верить. Верь мне. Почему я должна верить тебе? Потому что я люблю тебя. Созрела, значит, курочка, да? Нет уж, теперь условия другие. Никакой доверенности. Договор купли-продажи, ее доли в бизнесе за бесценок подписывает здесь, в России. Потом прекращаем уголовное дело и пусть уезжает. А кто будет покупать? Мою долю запишешь, как обычно, на внучку. Свою, как захочешь. Я на себя запишу. На все про все. Дашь ей 3 дня. Иначе я передумаю. А зачем 3? Мы же ее дожали. Я бы 1 день дал. Да и вообще, повязать бы ее, да и все. Насчет мы не горячись. Здесь, думаю, я. Какие у меня гарантии? Так запись по-прежнему у тебя. Что толку? Я же все равно не могу ее опубликовать. Шеф хочет, чтобы эта запись умерла. Чтобы ни ты, ни кто-то еще даже не пытались ее опубликовать. В том его интерес и твоя гарантия. Ну, не хочешь? До свидания. Хорошо, подписываем. Только в людном месте. В каком? По моему выбору. Не мути воду, Ира. По моему выбору, я сказала. Ну, хорошо, хорошо. Только смотри, 3-го шанса мы тебе не дадим. Поэтому это вряд ли возможно. Ну что, лучше места ты и придумать не могла. Здесь отличный кролик с розмарином. Рекомендую. Здрасте. Я знаю. Поэтому его и заказала. Ну, приступим. Пока суд додела, ручку дать. Вы позволите. Я что-то не понял, Ларочка. Ты что, нас проверять решила? Ну, а вдруг ты на меня все свои долги перепишешь? Молодой человек, аккуратнее. Можно мне тоже кофейку, ага? Ой, Ирочка. Ирочка.
Ну что ты, ну, потерявший голову, по волосам не плачет. Мой заказ еще не готов. Оп. Не нужно поднимать. Просто неси. Хорошо? Понял. Угу. Ну, где твой кролик? Сейчас. Угу. Вот он. Ты не шпага! Спокойно, по стену! Еще не дергаемся! Пистолетики двумя пальчиками, чтоб я видел. Пальчиками двумя. Ты, ты вставай. Давай вставай. Пистолет на стол. Шутить умеете. Шутка удалась. А дальше на что? Дальше что? Пошел! Да, пошел! Серега, бери документы. А? Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Ладно, я сам. Спасибо, вы очень любезные. Ребят, вы вообще сбредили. Я-то отсюда выйду, а вот вы хорошо подумали? Подумали, подумали. Я серьезно, вы подумали? Иди давай. Я-то иду. О. Да осторожней. Григорий Иванович, здрасте. Ну, вы хоть им растолкуйте, беспредел устроили. Сначала гранату мне на стол, теперь вот сюда приволокли. Террористы какие-то. Ну, что это? Ну, если они со мной так, ну, вы представляете, что они с другими творят? Денис Владимирович, да. Да вы успокойтесь. Да я-то спокоен. Наручники снимите. Да я бы рад, но Захар наш сотрудник. Если он надел на вас наручники... Я не понял. Полковник, вы что, снимете, что ли? Вы хоть понимаете, на что вы нарываетесь? Ай-яй-яй-яй. Денис Владимирович, но я вам настоятельно рекомендую не горячиться. Потому что нарваться вы можете прямо сейчас. Ну-ну, клоуны. А? Так, ну что тут у нас? Так, я сказал, Денис Владимирович, чистосердечно, так. Чего? Так, а вот. Что заказчиком убийства Ирины Александровны являюсь я, Соколов Денис. Спокойно! О, змеюка, ой, гадина! Маркина, пригласите ко мне, пожалуйста.
Да, срочно. Спасибо. Приятного аппетита, Владлен Петрович. Вообще-то я ожидал Дениса. Ты что, следишь за мной? Ну, что за сюрприз? Документы подписала? Подписала. Молодец. Теперь мы закроем твое дело. И езжай себе с Богом. Чего еще? У меня к вам предложение. И та лягушка, которая держит за горло глотающую цаплю. Да. Ну, выкладывай, раз пришла. Может, ты хочешь покушать что-нибудь? Выпить? Можно бокальчик сухого красного вина? За благополучный финал. Я бы не хотела никуда уезжать. Но я-то свое слово держу. А Денис, не знаю, вряд ли. Не боишься? Ну, вашего слова будет вполне достаточно. И пойми, парень, он себе на уме. Да и я с ним навсегда. Кто знает, что он выкинет, когда меня не будет рядом? Я думаю, в качестве партнера я была бы вам более полезной. Я, конечно, не Денис, но в легальном поле могу гораздо больше. Тем более, что Денис больше не с вами. А, вот это сюрприз. Ну, не такой уж это сюрприз для вас. Ну, что-то подобного ждать приходилось, да. Ну, выкладывай. Делиться моими активами он не собирается. Ну, это у него вряд ли получится. Как раз сейчас находится у полковника Братченко, дает показания. На кого? На вас, Владимир Петрович. На вас. Выпьем. Какого полковника? Братченко. Братченко. Говорят, со следующего месяца зарплату поднимут. Полковник, это мы можем с вами поговорить без наедине? Можно. И поверьте, Денис Владимирович, разговаривать вам с нами очень долго. Да. Полковник, это Печорский. День добрый. У вас находится Соколов Денис Владимирович. Есть такое дело. А, и что делает? Чистосердечное признание пишет Владимир Петрович. Просил Маркина вызвать. Сам-то в комитет идти боится. Владимир Петрович! А что он там кричит? Посылает тебя нехорошими словами. Даже повторить страшно. Но мы оба понимаем, к этой истории я отношения не имею. А Соколова привет. Привет тебе, Владимир Петрович. Вы знаете, это очень интересное предложение. Ребят, давайте работать в этом направлении. Угу. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Тук-тук. На сегодня все. Продолжим завтра. Ага. Спасибо. До свидания. Хорошо. Здравствуй, Ира. Был на нашей стройке. Рабочие бегают, машинки ездят. Отрадно. Это прекрасно. А он здесь зачем? Геннадий? Но он человек теперь безработный. Мне понятный. Да и тебе не чужой. Я бы хотел, чтобы он курировал в проекте мою долю. Думаю, что с ним тебе сработаться будет проще. Я на минуточку. Сереж, подожди, там Печорский приехал. И что? Вез Безбородова. Подожди. Он будет курировать его долю в стройке. От сукин сына. Тихо. Что? Хочет с тобой поговорить. Зачем? Будет с тобой работать. Слушай, ну офисы бумаги, это не мое. Грузы, машины, да. Ну, с Денисом справился, с этим справишься. Тем более, что... Я, кажется, ухожу в секрет. Правда? Угу. А ты круто водишь машину. Это я от страха, если честно. А меня научишь? Нет. Почему?
Ты же ты еще маленький. Я не маленький. Маленький. Не маленький, я большой. Маленький. Я не маленький. Маленький. Я не маленький. 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 Я большой, я не маленький. Маленький, тебе говорю. Очень маленький. Миш, а что ты не спишь? А Надя обещает научить меня водить машину. Да? Надя теперь мой друг. И мой друг тоже. Спасибо, Надюш. Вам тоже спасибо. Мам, скажи, что я не маленький. Маленький? Я не маленький. Маленький. Я не маленький. 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 Маленький.